Это у меня супер антиоксидантный салатик из редьки и редисочки свеженькой, новенькой. Недавно выросла. Вот я тут же натерла на терке редьку зеленую, редиску. Добавлю туда немножко домашнего майонеза веганского. Или, сейчас подумаю, горчичное масло или льняное. Подсолю хорошей солью, поперчу. Будет такая вкуснятина. Можно добавить немножко семечек туда. Например, ну, не знаю, тыквенные, тыквенных. Ну, их надо вымочить в воде обязательно. Ночку. Ну, или несколько часов, чтобы постояли, в общем, на солнышке, в воде. Можно добавить салатик, будет очень вкусно. Как белок вкуснее, просто сытнее, если хочется, то семечками. Можно и подсолнечные добавить, любые. Можно зелени туда накрошить, лучка, укропчика там. Специи любимые добавить, диру, всякие, в общем. Вот такой салатик.